В объединенной редакции газеты «Дружба» прошла встреча с председателем Дагестанского сообщества Московского государственного института международных отношений Хаджимурадом Умахановым, приуроченная к Международному дню молодежи. Цель встречи – ознакомление с деятельностью и перспективами студенческого сообщества, где Хаджимурад рассказал, как и когда создавалось данное объединение, какие результаты были достигнуты и на чем основывается деятельность. На самом деле, я не знал, что наши дагестанцы, тем более в таком количестве, обучаются в этом вузе. Я был приятно удивлен, когда увидел дагестанский триколор. Побежал, конечно же, и мне рассказали, что есть вот такое дагестанское сообщество МГИМО. Уже 5 лет как есть, но на то время 5, уже 6. Вот. И я поставил себе как бы такую цель, задачу возглавить это сообщество. Чем мы, собственно, там занимаемся? Ну, вообще, наверное, первая наша главная цель – это объединить нашу молодежь, которая обучается внутри вуза. И чтобы каждому поступившему дагестанцу, чтобы каждый поступивший дагестанец знал, что есть место, куда он может прийти, где ему всегда помогут, поддержат и ответят на все его интересующие вопросы более старшие, опытные люди, которые обучаются в этом вузе. Как мне в свое время тоже на первом курсе помогали наши старшие. Вот. В продолжении беседы Хаджимурад также рассказал, что помимо спортивных, культурно-массовых мероприятий, проводимых представителями молодежного сообщества на территории учебного заведения с целью пропагандирования особенностей культуры, традиций этнического многообразия Дагестана в молодежной среде, активно практикуется благотворительная деятельность, где все вырученные средства направляются для лечения тяжелобольных детей в Дагестан. Потом нам присылают отчет, и мы укладываем у себя на социальных страницах, чтобы люди видели, на что потратили все деньги, собранные на ими. Что касается еще благотворительности, естественно, все онкологические центры мы не можем обойти, тем более в Москве. И мы выбрали для себя один онкологический центр для несовершеннолетних детей, который находится рядом с нашим вузом. И наши ребята по традиции в обязательном порядке каждую субботу еженедельно посещают этих детей. По завершению встречи Хаджимурад также рассказал, что представители молодежного сообщества активно реализуют проекты в сфере укрепления международных и межконфессиональных отношений. На вопрос о планах по завершению учебы Хаджимурад Умаханов заявил, что приобретенные перспективы и навыки будет развивать у себя на родине. И, как он надеется, это принесет пользу не только для родного города, но и республики. Бика Сулейманова, Самат Гакаев. Информационная программа «Пульс».